«Я соблюдаю ПДД». Именно такая акция проходит в эти дни в городском округе Мытищи. Сотрудники ГИБДД проводят разъяснительные беседы с самыми маленькими участниками дорожного движения. Акция своевременная. Сейчас детей на дорогах стало гораздо больше. Школьникам и их родителям нужно напоминать о правилах дорожного движения, считают в ГИБДД. Именно поэтому раздают обучающие буклеты и специальные яркие наклейки. Конечно же, в начале учебного года необходимо напомнить о правилах дорожного движения, о том, как правильно переходить в проезжую часть, да, как двигаться на велосипеде, на самокате, что очень важно, потому что многие дети двигаются в школу не пешком, а приезжают на самокатах и велосипедах. Напомнили о том, что все-таки правила дорожного движения – это правила жизни. По итогам 8 месяцев, к сожалению, на территории городского округа Мытищи произошел рост количества ДТП с участием детей. То есть в этом году у нас зарегистрировано уже 6 ДТП с участием пешеходов. Причем в трех из происшествий ДТП произошли по вине самих детей. Акция «Я соблюдаю ПДД» проходила около нерегулируемых пешеходных переходов вблизи 8 и 28 школ. Сотрудники ГИБДД напомнили всем участникам движения, что переходить улицу можно только в установленных местах и на разрешающий сигнал светофора. При пересечении улицы на самокате или велосипеде нужно спешиваться и переходить ее пешком. Самое простое и действенное правило – перед выходом на дорогу убедитесь в безопасности. Ну и, конечно, пример взрослых очень важен. У меня двоюродная сестра пошла в первый класс, и я и родители стараемся учить ее правильно переходить дорогу, только за руку, учим только на зеленый свет светофора, на красный стоять, всем правилам, чтобы она чувствовала себя в безопасности. Марьяна Зборовская, Олег Степанов, Первый Мытищинский.